покажу вот эту картину. Мириненков Олег, няня, 40 на 30, холст акрил, 2014 год, 6000 рублей, начальная цена аукциона. У няни так много глаз, чтобы зорко смотреть за детьми. Большие груди, как символ кормления и заботы о детях. Добрая улыбка и красивые волосы прилагаются. Художник Олег Мириненков концептуально переосмыслил поговорку «У семи нянек дитя без глазу». Вот таким кардинальным образом. Такая идеальная Мэри Поппинс с семью глазами. Сейчас много говорят об интенсификации и эффективном управлении всем, чем только можно управлять. Я бы посоветовал этот портрет повесить на самом главном месте, в красном углу кабинета каждого чиновника, а под портретом, чтобы лежала раскрытая книга Салтыкова-Щедрина. Хотя,